Всем привет! С вами я, Шарлотта Микун, и в этом видео... Что в этом видео? В этом видео у нас с вами Хэллоуин. Да, друзья мои, Хэллоуин, и сегодня... Как вы думаете, что сегодня? Сегодня последний долбанный день школ. Последний день школ. Перед каникулами. Когда? Просто, ребят, я задаюсь этим вопросом уже с начала этой недели. Когда я успела вообще, когда мир успел так быстро пролететь? Сейчас, я периодически буду брать отсюда конфетки. Потому что мне мама купила конфеток, и я тебе счастлива. В общем, вот серьезно, ребят, когда просто, когда успела это все произойти? Серьезно, вообще без понятия. Да, и в этом видео как бы будет типа влог про все, потому что мне лень, чтобы еще что-то еще делать. Поэтому это будет влог про все. Да. Вот. Мне хочется с вами поговорить, короче, про Хэллоуин и про несколько фильмов, которые я советую посмотреть. Нет, ну как несколько? Относительно. Короче, рассказываю. Фильмы, которые я советую вам посмотреть. Первый из них, это по-любому посмотрите фильм, который называется «Мама». Это страшилка, и он просто отпадный, серьезно. Но смотрите, ребят, вот я боюсь всяких жуткостей, которые прям жуткости, и которые неожиданные жуткости сильно. Там таких практически вообще нету. Ну, мне так показалось. Поэтому мне как бы не было... Ну, короче, не было мне страшно в этом фильме. Мне скорее было очень интересно, он меня заинтриговал. Вот. Как бы так, да. Так что те, кто, как я, ставьте лайки под это видео и посмотрите этот фильм. Я думаю, он вам понравится. Второй фильм. «Монстры на каникулах 2». Что же еще? Он очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень сильно крутой. Да. Я хотела еще какой-то фильм посоветовать. А, вспомнила. Фильм называется «Пиковая дама». По-моему, там что-то еще было написано. Я уже забыла. Вот, короче, «Пиковая дама» просто можно набрать. И это охрененный. Серьезно вам говорю, ребят. Просто офигенный. Я... Ну, он как бы вроде и русский, и вроде там ничего крутого вообще не должно быть. Но, господи, мне он настолько понравился, что просто... Серьезно. Он... Ну, как бы, так сказать, да хоть поправильнее. Он своеобразный. И он, знаете, тоже такой не очень... Не, ну он страшный, конечно, да. Но он не такой уж и страшный, он скорее... иногда он вообще неожиданный очень даже. Вот, ну, короче, так. В общем, серьезно посмотрите фильм «Пиковая дама», потому что он даже, мне кажется, круче, чем, чем фильм «Мама», потому что он круче. Серьезно. Вот, и не обращайте внимания, если я часто смотрю вон туда. Туда. Потому что у меня там висят украшения к Хэллоуину. Я вам их потом покажу. Вот, в общем, ну, как бы, мне очень понравились вот эти вот три фильма, особенно «Монстры на каникулах», он прикольный. Вот, но вот эти два ужастика, они прям такие, знаете, ну, или я выросла, и я уже не боюсь, или они не такие уж и страшные, потому что я раньше, когда смотрела страшилки, или, знаете, на YouTube часто выкладываю такие видео, типа... Ну, типа, страшилки, вот, а там всякие картинки идут просто. И рассказывается история таким голосом, знаете. Приторным, короче. Как Настя объясняет, да. Как я объясняю, короче говоря. Вот, в общем, мне такие страшилки всегда оказались жутко страшными, просто серьезно. И да. Так что, как бы, вот так вот. Ага. Да, и
Хотела вам рассказать офигенную новость, но я думаю, вы расстроитесь. Хотя чему вам расстраиваться, я не знаю. На каникулах, на первой неделе ноября я буду в Японии. Я. Японию. Ура! Потому что мне кажется, это очень круто. Потому что Япония и я. Как просто, когда? Но это очень круто будет, потому что это будет в Токио, то есть я буду жить в то волосы, то есть я буду жить в Токио и я буду жить в Токио. Я этой новости жутко рада, когда я узнала, что мы с мамой действительно едем в Токио, я такая, офигеть, вот, потому что почему бы и нет? Вот, и да, ребят, вы заметили? Вы ничего не заметили, нет? Я поменяла пледик. Правда, мой пледик старый, он у меня лежит здесь, тут, но я просто как-то... Этот больше и теплее. Да. Как я уже говорила, я буду поедать конфетки периодически. Вот. Вот так вот, в общем. И еще я хотела вам что-то сказать, но я опять забыла. А, да. Хотела с вами поговорить на тему Хэллоуина. Я объясню, почему я просто обожаю Хэллоуин. Это первое. Потому что можно украшать комнату как хочешь. Второе. Тыквы! Господи! Ты купил себе тыкву. Одну, две, без разницы. Вырезал мордочки. Встал туда свечку. Это настолько мило и прикольно. Мне жутко нравится. Просто серьезно, пацаны. Третье. Можно сделать вечеринку в честь Хэллоуина и позвать туда своих друзей и подруг. Что я, собственно говоря, и делала. И я думаю... Да. В общем, в описании вы найдете ссылку на мою страничку ВКонтакте и на ней в моих видеозаписях последние две видеозаписи это про как мы веселились, да. Про то, как мы с девахами моими, друзьями с двумя подружками веселились на Хэллоуин. И это было просто отвадно, серьезно, ребят. Вот, в общем, мне жутко там понравилось тогда. Там что? Ну, короче, это было в моей квартире, вот, но мне жутко понравилось. Вот так. Заодно, кстати, вы увидите мою квартиру, потому что я делаю там, типа, обзор, что ли. Что-то странное я там делаю. Я там всегда очень странно и жутко выгляжу, так что... Ничего страшного, я надеюсь. Вот, ну, короче, вот. Вот так вот. Продолжим. Да. Четвертый пункт. Какой четвертый пункт? Да нет четвертого пункта. Неважно, просто я обожаю Хэллоуин. Вот. Так что вот так вот. И... О, слушайте, я сделала ему костюмчик, как скелетик. Руками. Что? Неважно. Вот, в общем, с наступающим вас Хэллоуином, который будет завтра. Вот так вот. Да. И я надеюсь, что вам нравится то, как я снимаю, потому что я стараюсь для вас снимать. Иногда мне жутко лень, поэтому я не снимаю, так что извините. Вообще, за сегодняшний день я бы хотела выпустить два видео. Одно вот такие вот поболтушки, как ща, другое... Как ща? Что? Как сейчас. А другое... Про что-нибудь еще. Где логика? Другое, даже не знаю, про что выпустить другое видео. Будем думать. О, нифига себе. Неважно. А, вот. Я, пожалуй, полежу пока. Итак, в общем, вот так вот. У нас с вами все получается, да. А, Мишка, иди сюда. Сиди здесь. Нет, не закоражен. Да, вот, супер. Мне нравится твоя поза. В общем, я на этом, скорее всего, заканчиваю свое видео. Это...
Если оно вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите мне комментарии внизу, понравилось вам это видео или нет, задавайте вопросы. И у меня к вам просьбочка такая, как бы, да. Пишите мне в комментариях также, что вы хотите, чтобы я выполнила на типа челлендже или что-то такое, любое. Вот, но не типа там, не знаю, свари кока-колу, еще какая-то фигня, а что-нибудь нормальное желательно. Вот, в общем, вот так вот. Да, и, собственно говоря, на этом все. Мишка, прощайся. Пока! Рука спалилась. Ну ладно. Вот, в общем, да, и сейчас вы увидите, что как я украсила свою чудо-комнату. Да. Я не буду останавливать это видео, потому что мне чисто лень потом монтировать. Мне, кстати, многие мои друзья после того, как я сказала, что... После того, как я в ВК выложила ссылку на свой канал, мне многие мои друзья сказали, что, типа, Настя... Монтируй видео, тебя ни хрена не видно, там снимай, чтобы было видно и так далее. Я такая типа Зах Рен. Серьезно. Окей, короче, вот что у меня получилось. Ща. О. Happy Halloween! Да. И так. Вот серьезно, да? Серьезно? Вот именно сейчас надо было им скривиться, что? Надо было им стать кривыми. Короче, я сделал... Вы издеваешься, что? Вы издеваешься. О, господи, я странно говорю, ну ладно. Я просыпала свои вкуснейшие конфетки. Потому что я слегка рукозад. Что? Вот такие я сделала флажочки. Ай, сижу! Вот. Флажочки также я сделала вот такие, как коробочки, не знаю, что это. Да. Опять же, да, уберись ты. Happy Halloween. Вот так вот. Прикольно, мне кажется, получилось. Вот. И да, я знаю, какое я второе видео буду снимать. Это будет рум-тур. И он будет сегодня же. Да, он выйдет сегодня же. Ну, ой, мамочки, надеюсь. Я вам сейчас покажу, как я просыпала свое чудо. Чудо что-то. Та-дам! И да, я снимаю даже на кровати, которую не застелила. Ну ладно. Мне, в принципе, немножко без разницы. Ой, сори. Да. Волосенький, передвигайтесь туда. Не знаю, что я делаю, но ладно. Вот, в общем, выйдет рум-тур, скорее всего, уже сегодня. Я не уверена, что это... Ладно. Вот я не уверена, что все будет нормально, но я постараюсь хоть чуть-чуть убраться и показать вам свою комнату в более нормальном виде. Вот, также я хочу пожелать вам счастливых каникул, если вы школьник, а вы, скорее всего, школьник. Настин тупой смех. Да. Вот, и всем пока, до встречи сегодня же.